Добрый день, коллеги! Приветствую всех на нашем вебинаре. Кто будет смотреть записи, кто сейчас с нами онлайн. Скажите, коллеги, вы меня слышите? Сейчас мы начали уже трансляцию. Вот. Тема сегодняшнего нашего вебинара – это базовые функции SIP-телефонов E-Link. 10 августа у нас будет тоже вебинар по телефонам E-Link, только уже будут продвинутые функции SIP-телефона. Сейчас материал, который мы сегодня рассмотрим, он зачастую, точнее даже не зачастую, а практически весь есть в кратком руководстве пользователя, который есть в каждом телефонном аппарате в коробке. Если сейчас секунду, я отпишусь коллегам, которые в чате голоса нет. Секундочку. Также мы сейчас ведем трансляцию на Фейсбуке в онлайн. Если кому удобнее, можете зайти туда, там смотреть и следить за трансляцией. Но если вы хотите задать какой-то вопрос в чате, то это можно сделать только по ссылке, которую всем выдавали через вебинар или matika.ru. Вот. Ну, в частности, ActionURL, ActionURI, мы еще сделаем анонс, какие функции, какие возможности телефонов будут рассматривать. Вот я сейчас читаю описание мероприятия сегодняшнего. Здесь было указано создание мелодии. Мы решили, что создание мелодии – это не базовая возможность телефона. И вот перенесем данную возможность в продвинутые. Также у нас есть инструкция на сайте, либо по запросу мы, конечно же, можем выслать уже сегодня. Ну, я предлагаю начать. Вот. Собственно, что мы сегодня рассмотрим? Содержание сегодняшнего вебинара. Это первое подключение телефонного аппарата из коробки, обзор веб-интерфейса, трансфер вызова, функционал BLF, мониторинг состояния абонента, перехват вызова, парковка и возврат с парковки вызова, функция интерком, конференция, локальная записная книга и интеллектуальный поиск. Первое включение. Телефоны можно разделить на два вида. Это телефоны, которые поддерживают POE, и не поддерживают POE. Определить это можно по букве P или G в названии телефонного аппарата. Если у вас телефон без буквы P, то он умеет работать только от адаптера питания. Соответственно, его нужно подключить в сеть, портом интернет его подключить в коммутатор, либо в розетку в стене, ну и при необходимости подключить компьютер последовательно в порт PC. Если у вас телефон приобрели с буквы P, который поддерживает POE, то можно избавиться от адаптера питания и меньше проводов тянуть к рабочему месту. То есть всего два провода будет идти. Также наша компания IP-Matika, продает POE-коммутаторы как раз для цели экономии места на рабочем столе. У нас есть коммутаторы управляемые, неуправляемые, и вот 4 портов до 24 портов. Вот. Находится оно в разделе сетевое оборудование, коммутаторы от компании TGNet. Она имеет много всяких наград. Вот. Собственно, основная настройка телефонного аппарата настраивается через веб-интерфейс. Это намного удобнее, нежели проводить настройку через экранное меню. Все-таки с мышкой и клавиатурой это делать гораздо проще.
соответственно, как зайти на веб-интерфейс. После включения телефонного аппарата, после того, как он успешно получил IP-адрес, мы нажимаем кнопку ОК, которая находится между стрелками, и мы переходим сразу же в раздел «Статус». В этом разделе мы с вами видим полученный телефоном IP-адрес. Далее нам нужно только в адресной строке любого браузера, Safari, Google Chrome, Яндекс, неважно, любого браузера, этот IP-адрес вбить в адресной строке. Мы попадаем с вами в меню входа, где надо ввести админ логин, пароль, админ по умолчанию. В дальнейшем вы можете пароль изменить в целях безопасности. Трансфер. Самыми распространенными видами трансфера являются слепой трансфер и сопроводительный трансфер. Мы советуем все-таки использовать сопроводительный трансфер. Сейчас расскажу почему. Начнем с слепого трансфера. Его еще называют прямой трансфер. То есть ситуация следующая. Абонент А звонит абоненту Б. Абонент Б принял вызов, нажимает на телефоне кнопку «Трансфер». Вызов текущий ставится на удержание. Абонент Б набирает номер абонента С и нажимает кнопку «Трансфер» либо кладет трубку. Соответственно, вызов коммутируется напрямую между абонентом А и абонентом С. И абонент Б даже не знает, к примеру, если абонент, к примеру, С занят или он не принял вызов, так как отошел с рабочего места, то вызов потеряется где-то в очередях, либо вообще просто разорвется по тайм-ауту. И мы с вами можем потерять клиента. Поэтому в этом случае не рекомендуется использовать целевой трансфер. Ну, лучше использовать сопроводительный трансфер, либо трансфер с уведомлением. То есть схема такая же. Абонент А звонит абоненту Б, нажимает кнопку «Трансфер» абонент Б, набирает внутренний номер сотрудника или номер абонента С и нажимает кнопку ОК, либо решетку, либо Send. На клавиатуре они одинаково подписаны. В этом случае абонент Б сам пытается и дозвониться до абонента С и уточнить, готов ли он принять клиента, то есть абонента А. Если он готов, то вы нажимаете трансфер, либо кладете трубку. Абонент А успешно коммутируется с абонентом С. И все счастливы. Вызов не оборвался. Мы всегда знаем, что абонент С примет абонента А. То есть клиент не потерян. Даже в том случае, если абонент С абоненту Б так и не ответил, мы всегда сможем вернуть абонента А с удержания и сказать, что извините, абонент, там, нужный вам менеджер недоступен, перезвоните позднее, либо записать его контакты для дальнейшей связи. Также я забыл сказать, что у нас сегодня вебинар с демонстрацией. Я сейчас перед вами, вы видите, кстати, два телефона. Мы показываем это слева от меня телефон T48G. Справа от меня новый видеотелефон от компании Ялинк на андроиде. Это T58V. Вот. На них я буду вам демонстрировать разные возможности телефонов. Давайте вот сейчас я приближу на телефон T58V и покажу, как работает трансфер, к примеру, с DSS-кнопки. Вот схематично, как производится слепой трансфер, как сопроводится сопроводительный трансфер. И есть возможность задания на DSS-кнопки, на программируемые экранные кнопки, сразу же кнопку трансфера с разным типом, режимом работы. Сопроводительный трансфер, либо слепой трансфер. Ну, сейчас настроен слепой трансфер, просто для демонстрации я вам сейчас продемонстрирую, как это работает с помощью кнопки. Сейчас я звоню абоненту Б с трубки. Вот идет входящий вызов. У меня есть настроенная кнопка трансфер. Я на нее нажимаю.
Я на нее нажимаю. А, я ее должен принять вызов. И нажимаю трансфер. Вызов перешел к соседнему телефону. Вот. Я могу его здесь принять или не принять и разговаривать. Все легко, ничего сложного нету. Это удобно делать секретарям, менеджерам, у которых большое количество сотрудников или человек, с которыми они общаются. Вот. Перейдем далее. А, и давайте так, вы можете задавать заранее свои вопросы, может быть, что-то показать или спросить, а мы после, в конце презентации обсудим с вами их. Вот, и я отвечу на все ваши вопросы, которые появятся. Функция BLF, Busy Lamp Field. Очень полезная функция, которая пользуется практически все в компаниях. Это мониторинг состояния абонента со световой индикацией. Есть три типа индикации. Это когда кнопка горит зеленым, то есть значит, что абонент свободен для вызова. Кнопка мигает красным цветом, абоненту поступает входящий вызов. И если она, к примеру, долго горит, можно перехватить этот вызов. Значит, абонента нет на рабочем месте, и чтобы клиента не терять, есть возможность перехватить этот вызов. И кнопка, когда постоянно горит красным цветом, это означает, что абонент находится в разговоре. Ну вот, в примере телефона Т58В давайте я вам еще раз тоже продемонстрирую. Вот. Если вы там третья кнопка справа, у него настроена на BLF, на мониторинг состояния абонента 302. Вот я сейчас звоню абоненту 302, вы слышите, телефон пиликает, и кнопка мигает красным цветом. Я трубку поднимаю, кнопка стала гореть красным постоянно. И подписаны разговоры. Ну, в больших флагманных телефонах это так реализовано. Вот сейчас трубку положил, там стало гореть зеленым. Данный функционал, стоит отметить, должен поддерживаться вашей станцией. Если ваша станция не поддерживает функционал BLF, то, к сожалению, даже если телефон его поддерживает, реализовать данную функцию не получится, так как эти статусы они определяются на стороне АТС. Перехват вызова. Если мы видим или слышим, что у нашего коллеги долго звонит телефон, и он не отвечает на вызов, то надо, наверное, этот вызов захватить, чтобы клиент не простаивал, не висел в очереди. Лучше его принять и сказать, что человека нет на месте, нежели что он будет висеть постоянно и слышать там музыку, приветствие какое-то, голосовое уведомление. Есть два вида перехвата. Есть прямой захват вызова, есть групповой захват вызова. В чем отличие? У вас в любой компании есть отделы. Есть отдел менеджеров, к примеру, есть отдел техподдержки, к примеру, там склады, складское помещение. Вот, к примеру, все менеджеры сидят в одной группе. Сидят в одной группе, и для того, чтобы им перехватывать какой-то вызов, не надо знать внутренний номер сотрудника. Они могут при помощи специального старт-кода, который настраивается на стороне АТС, захватывать вызов. Либо настроить себе кнопку таким образом, чтобы перехватывать вызов с любого телефона из этой группы, из группы менеджеров. Им надо, вот в нашем случае это старт-код звездочка 4, на нашей станции это так настроено. Но бывает так, что сотрудник, которого нужно перехватить вызов, который ему поступает, не находится в группе, к примеру, руководителю технического отдела, техническому директору, видит, что идет входящий вызов какому-нибудь инженеру, специалисту технической поддержки, а его нет на месте. Но вызовы терять нельзя,
Но так как он не находится с ними в одной группе, ему он может перехватить по специальному старт-коду. В нашем случае это звездочка 8. Звездочка 8. Но чтобы станция поняла по старт-коду, с какого телефона надо этот вызов перехватить, надо указать внутренний номер сотрудника. И у нас получается команда звездочка 8, к примеру, 201. 201 – это внутренний номер сотрудника. Еще раз сейчас продемонстрирую, как это работает на телефоне Т-58В, на любом другом телефоне Ялинка. Поступает входящий звонок сотруднику 302. Мы видим, что он занят, кнопка BLF у нас загорелась. Я нажимаю кнопку «Захват группы», и я перехватил вызов и разговариваю с клиентом. Удобно, быстро, никаких проблем, мы клиента не потеряли. Далее. Возможность парковки и возврата с парковки. Парковка позволяет агенту отправить вызывающего оппонента на определенное время на персональный парковочный номер, тем самым освободив ваш телефон для совершения вызовов. Если клиент для решения вопроса клиенту надо, к примеру, подождать, и клиент готов подождать некоторое время на телефоне на удержание повисеть, то чтобы освободить телефон, свой телефон для дальнейшего разговора, для дальнейшего принятия новых вызовов от клиента, можно отправить абонента на парковочный номер, специально настроенный на АТС. Для этого надо также настроить DSS-кнопку на парковочный номер. У каждого абонента, у каждого менеджера должен быть свой парковочный номер. При нажатии на настроенную кнопку, вызывающий абонент отправится на парковочный номер, ну, например, на слайде это номер 690, и индикатор кнопки станет красным. Для возврата вызова абонента, когда вопрос уже решен, и клиенту надо сообщить информацию о том, как вопрос решен, используется эта же кнопка. Надо просто повторно нажать на нее, и абонент, и вы захватите абонента с этого парковочного номера. Интерком. Данная функция полезна для быстрого доступа к абонентам, к менеджерам, к секретарям, руководителям. Руководителю надо быстро и не ожидая ответа поговорить, ну, там, с менеджером, высказать ему там свое фи, так скажем, или какую-то срочную информацию, или секретарю. И чтобы не ждать, пока он ответит, а сразу же на громкой связи продиктовать информацию, которую ему нужно, настраивается кнопка интерком. Для станции используется специальный старт-код для этих случаев. В нашем случае на станциях Ястар по умолчанию старт-код звездочка 5. И указывается также вместе внутренний номер сотрудника. Вот. После того, желательно настроить DSS-кнопку для более быстрого, нежели самому с экрана телефона набирать эту комбинацию. Проще настроить кнопку. И с одним нажатием данную возможность, данную функцию реализовывать. То есть босс нажимает на кнопку интеркома, абонент, секретарю, к примеру, приходит входящий вызов, он сразу же автоматом принимается и включается громкая связь на конечном телефоне. И руководитель спокойно говорит сразу же ту информацию, которую хотел донести. Если в это время был разговор там, у секретаря, то текущий разговор ставится на удержание, а принимается вызов от руководителя. Обращаю внимание, что данную функцию должна поддерживать ваша станция. Опять же, без поддержки на станции данной функции телефон не будет работать с данной функцией, в случае, если АТС не поддерживает ее. Давайте я вам ее продемонстрирую. Я со своей трубки сейчас набираю как раз такую комбинацию. Да.
меня сразу же поднялся разговор автоматом на телефоне. Опять же, то есть удобно руководителям, чтобы говорить с подчиненным. Конференция. Телефоны Ялинк умеют собирать трехстороннюю конференцию. Для этого надо во время текущего разговора нажать кнопку «Конференция». Здесь специальная кнопка, либо подэкранная кнопка. Во время разговора вызов, текущий вызов поставится на держание. Затем, второй этап, вы набираете внутренний номер сотрудника, с которым, которого хотите добавить в конференцию. Набрали номер, нажимаем кнопку «Вызов». После того, как новый участник конференции принимает вызов и готов присоединиться, он согласен, у него нет каких-то других дел, вы нажимаете еще раз кнопку «Конференция». И все, и вы втроем начинаете общаться. Ну, давайте сейчас я его продемонстрирую. Это на телефоне Т58В. На Т58В поступает входящий вызов. Я его принимаю. Далее я нажимаю кнопку «Конференция», набираю внутренний номер второго сотрудника. Принимаю на втором стороне вызов. У меня сейчас несколько вызовов. Я еще раз нажимаю «Конференция». Вот. У меня собралась конференция из трех участников. Ну, на телефоне Т58В это, в принципе, так выглядит плиточно. Но на разных телефонах это может выглядеть по-разному. К примеру, вот как это выглядит конференция на 46-м телефоне. Во время конференции вы можете разделить участников, обратно разорвать конференцию, вы можете заглушить участника. То есть это кто создает конференцию, может данную возможность сделать. Или удалить участника. Вот. Сейчас разорву конференцию. Далее. Локальная записная книга. Во всех телефонах Ялинк, стационарных, на стационарных настольных, ДЭК-телефоне, конференц-телефонах, видеотелефонах есть локальная записная книга. Это самая простая записная книга, которая, возможно, может существовать. Стоит отметить, что в настольных телефонах емкость записной книги – это 1000 контактов, в ДЭК-телефонах 52 и 56 – это... Трубка, каждая трубка хранит по 100 контактов, там не база хранит локальную записную книгу, а каждая трубка хранит по 100 контактов. Например, если у вас 5 трубок подсоединено к одной базе, то общая сумма, общее количество контактов достигает 500 контактов. Вот, ниже об этом написано. Что вы можете редактировать в записной книге? Или какая информация хранится в записной книге? Это имя контакта, номер, их может быть три вида. Это рабочий, мобильный или какой-то дополнительный. Можно указать для абонента специфичную мелодию. Можно его добавить в группу. И на телефонах, которые имеют цветной экран, это 46, 29, 48 телефоны, также можно загрузить фотографию, и при входящем вызове у вас будет отображаться фотография этого абонента. Локальную записную книгу можно загружать и выгружать с телефонного аппарата. К примеру, вы на одном телефоне настроили записную книгу, там, к примеру, из 10 контактов, и вам надо еще 5 телефонов настроить, также загрузить эту записную книгу. Чтобы вручную, так, через App-интерфейс их не записывать, можно готовую записную книгу выгрузить с уже настроенного телефона и загрузить всем остальным. Ну, это удобно. Экономите много времени.
локальную записную книгу можно отредактировать с помощью экранного меню, либо веб-интерфейса телефонного аппарата. Ну, я бы советовал все-таки через веб-интерфейс это делать, через экранное меню, ну, это не так удобно. Так выглядит веб-интерфейс телефона раздела «Контакты». Картинка не очень удачная, согласен, но, к сожалению, лучшего качества загрузить не удалось. Это картинка с телефона T29G. У вас справа внизу есть возможность выгрузить и загрузить готовую записную книгу, есть возможность загрузить фотографию. Сверху посередине указаны уже добавленные номера, добавленные контакты с привязкой группы. И вы можете добавить мелодию, фотографию выбрать. Также вы можете уже выгруженную с телефона записную книгу в дальнейшем отредактировать через простой текстовый редактор. Это может быть Notepad, это может быть WordPad, Notepad, обычное виндовское приложение. Также телефоны Ялинк поддерживают интеллектуальный поиск. При вводе начальных символов имени сотрудника или его номера, телефон будет искать совпадение из следующих записных книг. Из локальной записной книги, удаленной записной книги, книги LDAP и PropSoft, если у вас стоит, используется программное обеспечение для работы с системами PropSoft. На веб-интерфейсе настраивается, в каких именно книгах делать поиск совпадений. Вот, это вот здесь еще и история может добавиться. По поводу удаленной записной книги и книги LDAP мы будем их рассматривать в следующем вебинаре по продвинутым возможностям телефона. Вот. Ну, и также поиск не только по имени, но и по номеру можно делать. Ну, соответственно, сам вебинар настройки продвинутых возможностей SIP телефонов Ялинк будет 10 августа. Вот. Приглашаю вас всех на него. А сейчас давайте я почитаю вопросики в чате. На этом наш вебинар, в принципе, закончен. Если нет вопросов, не задерживаю вас. Можно вашу презентацию без логотипов компании получить для конечников PDF? Ну, на этот вопрос, да, вот мой коллега попросил отправить на запрос на почту, решим этот вопрос. А для чего фото? Ну, в смысле, для чего фото? Во всех сейчас менеджерах есть фотография участника, а абонента. Почему бы, когда приходит входящий звонок об абонента, не видеть его аватарку? Для удобства идентификации абонента. Так, при входящем вызове будет выводить фотоконтакт? Да, будет при настройке. Анатолий, W52P снятся с производства или поставляются? Поставляются и не планируется снимать с производства. В этом году уж точно. Да, вы можете в разделе «Документы» скачать презентацию в формате PDF вот, с вотермарками. Да, прямо сейчас. В дальнейшем данная запись вебинар будет выложен на наш канал на YouTube, и вы всегда при возникновении вопросов сможете вернуться к этому вебинару и прослушать его. Давайте еще
Я подожду, посмотрим, будут ли еще вопросы поступать. Если у вас есть желание посмотреть что-нибудь, чтобы если я вам показал, как работает. Коллеги, так, если я вижу, вопросов нет, в любом случае появившиеся вопросы можете задать специалистам технической поддержки, написав либо форму обращения с нашего сайта в разделе «Поддержка», либо по почте. Сейчас я ее вам сюда укажу. А так я с вами прощаюсь. Спасибо, что присутствовали на вебинаре. Всего хорошего и хорошего пользования телефоном Ялинк, так скажем, пользования.